Кировском филиале акционерного общества «Апатит» состояние гидротехнических сооружений на постоянном контроле. Ранее на этой неделе мы рассказали и показали, как приводят в порядок каналы для приема шахтных вод Кировского и Расфунчорского рудников. Напомню, необходимый рельеф донному ландшафту придают машины-амфибии. Уникальная техника работает прямо под водой. В самом разгаре сейчас и работы по очистке бассейнов для отстаивания шахтных вод Кировского рудника. Как это происходит, увидела съемочная группа «Народного». После откачки из подземного рудника шахтные воды поступают в специальные резервуары. В них происходит очистка, вследствие чего взвешенные частицы оседают на дно бассейна. Когда слой достигает определенной толщины, водосборники осушают с помощью погружных насосов, чтобы специалисты смогли приступить к расчистке дна. Откачиваем воду, которая мешает для погрузки самосвалов. Самосвалы подходят и начинаем отгрузку. Очисткой бассейнов для отстаивания шахтных вод Кировского рудника занимается подрядчик компания «Хибинетранс». Помимо очищения воды, комплекс проводимых мероприятий преследует еще одну важную цель – подготовить водосборники к предстоящим паводкам. У нас два режима паводка – весенний и осенний. В обычный период у нас приток воды с горизонта 170 составляет где-то 30-40 тысяч кубов за сутки. В паводковый период он достигает до 100 тысяч кубов за сутки. И в момент более обильного водопритока нам необходимо, чтобы эти водосборники для отстойника шахтных вод были пустые. Для того, чтобы у нас шахтная вода на выходе была более чистой. Завершить работы по очистке бассейна специалисты «Хибинетранс» планируют уже к началу октября.